Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Петр Штомпель, я приехал из Полтавы, 25 лет. Петь. Что вы будете петь? Артур Пирожков, «Плачь, детка». А давайте Артур Пирожкова. Петро Штомпель. Что? Петро Штомпель, кажу. Оголошую артиста. Для вас співав Петро Штомпель. Петя, а це правда, що ти брав участь у X-Factor Online? Да. Яке щастя, що ти не переміг. Тому що якби ти переміг, ти брав би участь у прямих ефірах. Возможно. І якби ти співав оце в прямих ефірах, оце був би останній прямий ефір шоу X-Factor. Вполне вероятно. А по-моему, Петя тормоз хороший, вот что. Так, Сережа, ну что вы так вот это вот обрубаете на корню? Тормоз, тормоз. Я против того, что так не разговаривали. Извините, это не культурно, это не интеллигент. Петя, это грубо нереально. Вот вы нам кажется, что мы грубые. Это нарушение, так сказать, вообще этикета. Я показывал тебе, милые, двигаться туда-сюда. Не, ну я понял. А мне интересно, вот ты вот человек из народа, ну таким ты кажешься. Вот простой такой, честный парень. Ну да, да. Вот что, а что в народе думают о судьях? Вот, ну, вот о каждом из нас. Я людей не обсуждаю. Так, хорошо, а, ну ладно, обо мне, ну что говорят? Ну, рэпер правду Серега, говори, честно говори. Рэпер Серега, там... Не знаю, самый быстрый рэп, в общем, быстрее всех он умеет. Ну, то есть хорошо говорят, с уважением, да? Ну, в принципе, честно сказать, я не слышал, допустим. Чтоб с уважением? Чтоб без уважения. А, чтоб без уважения. Я, может, ну, не знаю, я не вот слышал. Вот народ чувствует. Мне ничего не... Кто. А как что говорят, ну, за Иру Дубцова, понятно, что хорошо, а что за соседова говорят? Ну, только честно. Без комментариев. Дамы и господа, Петр Штомпель!